Народ, привет. Привет. Ну что, мы в сказке. Смотрите, в какой мы сказке. Ну, кто был в Дубае, знает, что это знаменитая Global Village со всеми знаменитыми домами. Каждый дом – это страна. Покажем вам немножко павильончики, покажем вам немножко красоту. Вход стоит 20 дирхам. Не будем вас долго томить. Свайпаю. Поехали. Смотрите просто, какой класс. Это какая-то сказка неимоверная. Мы когда первый раз сюда попали, лет 6-7 назад, мы просто не могли поверить, где мы вообще находимся. Смотрите, это Таиланд, да? Это видно было, чтобы Лондон, Рим, еще будет Париж, я помню, Эйфелева башня, Египет. Это у нас что такое? Кстати. Как бы и Москва, так, не Москва. Да, похоже на Москву что-то. Не, ну кто вот... узнал знания, пишите. Нью-Йорк. Нью-Йорк. Сейчас приближу. Классно, да? Здорово. И людей очень много, хотя на самом деле сейчас людей еще очень мало. Пошли, Наташ, вперед. Будем идти вам показывать. Просто будьте с нами в этой сказке. Это просто вообще великолепие. Вон индеец сидит какой-то, куча людей. Я представляю просто, как разбегаются глаза у всех, кто первый раз здесь. Даже не знаю, вам увеличить, уменьшить, уменьшу, наверное. Да, вот так интересно. Да, кстати, скажу вам, на входе охранник один меня пропустил, второй хотел меня отправить на сканирование моего рюкзака, так и сказал «scan your bag». Мы типа пошли туда, потом свернули и ушли себе. Не, ну не потому, что мы там что-то страшное пронесли. Да, у нас там бутылочка воды и все, как бы, и две кофточки лежат. Вот ну, обмен принципе, валют кому надо. В принципе, должны, но не важно. Заострять эту тему. Да, почему меня не просканировали на том входе, где вот да, мы странно пропустили. На честность, наверное. Ну, просто вот так вам говорим, что будет, скорее всего, сканировать. Так, все, все. Да, извиняемся. Начинаем осмотр. Подожди, сейчас мы в Риме. Мы в Риме и одновременно в Англии. Как такое это может Рим, быть? А это башня Пизанская. О, это Пизанская, да? Нет, я вот на эти осколки. Ну, мы перенесли ее в Рим. А вообще мы в Дубае, так что ладно. Как ты в Хорватии требовала Колизей? Да, в Хорватии, чтобы посмотреть. Где тут у вас Колизей, говорит? Чтобы посмотреть вот такое же сооружение, как оно там называлось. Ой, я забыла. Я забыла. А как это вообще называется? Я требовала у людей, где мне найти Колизей. Да, где Колизей? Очень странно на меня смотрели. Да, смотрите, какая красота. Что там происходит? Да, все, в дома будем заходить. Таиландские массажисты, иракский базар. Все, все, дар речи ушел. А вот Тадж-Махал. Тадж-Махал, давайте-ка я отойду и покажу вам. Сделано по образу и подобию, реально. Мы там были, можем подтвердить. Так что вот очень много стран здесь, скажем так, сделали свои дома. В Индии будут действительно индийские товары. Скорее всего, индийские продавцы. Вот, работают в павильонах местные продавцы. Будет и еда, и товар. Также будет условно в иранских, российских, по-моему, украинский был павильон, турецкий, классный. Можно обратить твое внимание, ты говоришь, да. В индийском павильоне наверняка будет это индийский товар. Но там стоит бахурница, в принципе. Значит, стороны... там еще немножечко, еще и арабских товаров. С этой стороны, в Индии один из лучших удов в мире произрастает. Вот там вот, да. Турция. Посмотри, как красиво. Это сейчас новая. Ну, Турция была, но, может, нет, как-то обновили. Нет, посмотри, вот этот вот танцующий. Как это называется? А, Дервиш. Да. Ой, Удика хорошенько. А вот, смотрите, уже мы вышли. Вот это вот дома. Кувейт, Йемен. Вот пошли дома. Вот такой Иран. Вот круг. Там еще есть заливчик, но мы с вами все посмотрим. Смотрите, Турция очень красивый дом сделала. Очень красивый. Так, ну идем Боже, вперед. Я сейчас вдалеке вижу эти карусели. Это не карусели, это что-то страшное. Сейчас спускается. Я так сначала хотела тебе дернуть, сказать, давай пойдем покатаемся. Прокатиться хочешь? Это последний раз нас страшно. В Сингапуре слишком укачало, помнишь? Но мы не туда сели, как обычно, да. Да. Мы и не рассчитывали. Так, короткая история. В Сингапуре мы перепутали горки и попали на самую высокую азиатскую горку, на которую мы не мы планировали. Не хотели, да? Скажем так, нам было очень плохо после нее. Это не важно. Зато у вас хорошие. Да, поэтому... вот. Не, ну людей. Так, давай занырнем в еду. Вот люди любят еду. Так, это павильон Турция.
завернем в турецкую еду. Почему нет? А, кстати, вот Тадж-Махалом насладитесь. Насладитесь Тадж-Махалом. О, боже мой, просто я в восхищении. Я обожаю Global Village. Что это такой мужчина продают. Симпатичный? Турецкий. Класс. Или кофеек, не знаю. Очень много людей, все улыбаются. Но это видно, такая атмосфера радости такой. Вот света и радости. Я не знаю, классно, в общем. Обожаю. Так, просто хочу показать еду и, возможно, даже что-то возьмем покушать. Ну, смотрите, как я и говорила, турецкий товар есть. Есть вкуснейшая турецкая еда. Я уверена, что вкуснейшая. Бублики из Стамбула, смотрите. Бублики, кнафа. Бублики с сыром. Вообще, вон, смотрите, гранаты, соки. А там миди, идем посмотрим. Гранаты, соки, давай, идем посмотрим. Ух ты, класс какой. Что есть мидии? Пожалуйста, хотите мидии, хотите кунафу, пожалуйста. Нет, это пахлава, это не пахлава, кунафа, да, кунафочка. А вот и украшения, просто рядом, смотрите, народ. Очень красивые блестяшечки. Так что тоже все есть. Отошел, поел, отошел, повеселился. И вот там еще целая куча домов. Сейчас покажи. Это нет? Да. Нет, не очень видно. Приближу сейчас. Видно, видно, видно. Красиво, красиво. Так, турецкая баклава. Целый у нас девушка. Ой, прям... Кукуруза, арбузы, да, это вообще прям... Кричат, извините, извините. Отведите, кушайте, пейте, платите. Вы думаете, это много людей? Поверьте, много людей было в до эти все времена. Сейчас людей мало. Ух ты! Привет! Hello. Вау! Все! Диета пошла прахом! Посмотри, вот такую я вообще никогда не видела. Шоколадная какая-то. Такое видео. Мы ели вот такое. Помнишь, нас Сондер угощал? Ну не угощал, у нас повез на азиатскую сторону. И там такая была какая-то баклава вообще. А давай спросим, а how much? How much, my friend? How much? 190. 190? 190, 190. For what? 190. For what? For all? Yes. За все 1 килограмм 190 дирхам. Это прилично, я вам скажу. Может, попробуем какую-то? Пару штучек возьмем. Вот такую, например. А what is it? It's chocolate? Cream chocolate pistachio. Ага. Пистачо. А, пистачо. Смотрите. Ага. Это вкусненькая тоже кунафа. Пробовали кунафу? Нет, думала, может, попробуем. Как огурец. Давай огурец посмотрим. Сейчас обойду. Давай не это. Давай посмотрим. Ну вот, да, вот такие огуречики вкусные. Ой, огуречики, да, наверное, да, вообще. Ну, это, наверное, без проигрыша говоря. Не, ну просто хотела попробовать чуть-чуть. Я бы хотела зелененькую. Давай одну зеленую, одну черную, давай. А что там еще есть, смотри, там, как... А вот еще пирожные вкусы. Попробуй, попробуй. А вот из их. Вот из их. Трилечи. Трилечи? Трилечи, это вкусная вещь, мы пробовали. В Албании, это просто Албании. Вообще. Это из трех видов молока. Козье, коровье и овечье. Ну, это было очень вкусно. Ну, интересно. Турецкий кофе, все есть. Это спроси цену сначала. Тут цены не дешевые, я вам так скажу. 25 нормально еще. Ага, понятно, сидел. 25, ну, нормально. И вот еще всякие прикольчики интересные. На. Там мороженка положили. И кунафу эту, какую вот это в серединку положил мороженка, посыпал фисташкой и. Это вообще дико вкусно. Народ, ну что, ваши комнаты удивлены, классно. Ну, кто был, тот знает, кто не был, смотрите с нами. Идем посмотрим. Из чего кофеёк? Да, потом уже потом. Кстати, этот кофеёк очень вкусный, этот вот. Да, Мехмед. Мехмед Эфенди, кофеёк просто класс. А чай вот этот тоже? Да, всё в Турции вкусно, о чём мы уж говорить-то будем. Вот такие сувениры. То есть в Турции всё принадлежит Турции, в доме Турции. А в остальных домах всё, что принадлежит к их как бы культуре, природе, вкусные тоже сладости разные. Ой, смотри, я такого не видела. Очень матовые, красиво. Как бы матовые, да? Кстати, как-то мы зашли с тобой в какой-то дом, было поздно, и они стали уже угощать всем тем, что они приготовили. Да, помнишь? Да, да, да. Мы там так объелись всякими сладостями. Боже, даже не помню, куда мы зашли. По-моему, в Йемен или в Кувейт, куда-то вот туда вот.
150 такой наборчик. Угу. Симпатичный. Мне нравится цвета. О, а здесь? Same price. Same. О, same price. Ага. Все по 150. Ну, это такая. Да, вот смотри, такие ломаные чашечки. А ну. Красиво. Не очень удобная ручка. Да? Да, не очень. Ну, удобно. Вообще, как подарок, конечно, классно. Ну, тут много всего есть. Тоже, как бы немного вот. Идем туда дальше? Посмотрим. Да, так что вот такая она чудесная, да, такая смотри, Global Village. Я так показала чуть-чуть, но не совсем показала. Мыло. Очень красивое мыло. Вообще супер просто. Что это за мыло? Ой, черное какое-то. Она пахнет вкусно, она пахнет еще. Я чувствую, что она пахнет. Приятно, как будто оливка с чем-то. И такое музыка такая играет. Оливка. Что, Наташа, сколько стоит? 30 дирхам. Это черный кумин и оливка. И оливка пахнет. 30 дирхам. 30 дирхам. Очень классно. Ну, это же такое вот Мэрилин Монро, да, всякие приколы такие, понятное дело. Это? Да я думаю, что это для айпадов, что вы можете это пользовать, что Мэрилин Монро не совсем принадлежит к Турции, но все мы ее любим. Ну, не очень это, как бы, понятно. Так что здесь, по-моему, здесь просто халаты вот такие есть, наверное, турецкие, всякие постельные принадлежности, огнетушитель, но он не продается, разве что за очень большие деньги. Даша хочет вещи посмотреть. Ну, а, что, а вон это камни. О, и камешки, и всякие такие турецкие тарелочки. Ну, вообще радует просто. Они туниски, нет? Вот так вот. Или я ошибаюсь? Ну, я не знаю, но в Тунисе, да, я когда была, много тарелочек делала, ну и в Турции также много. Вот так вот, народ. Вы свернули в один дом и пропали. А представляете, таких домов здесь, наверное, больше 50. Все интересные, все. Мне еще очень нравится Африка, постараемся зайти в Африку. А, извиняюсь, вот это 35 дирхам. А ну напишите, кто был в Турции, вот размер. Ну, 35 это $10. Ну, вот в Стамбуле, может, на базаре чуть дешевле можно купить, но это Дубай, турецкий рынок. И, кстати, я думаю, здесь тоже можно торговаться. Наташа, здесь можно торговаться, я думаю. Ну, да, может быть. Да, можно, конечно, можно. Кто тебе запретит? Даже нужно. Даже нужно. Все, что идем дальше смотреть. Я растерялась уже. Одежду налево. Пошли на одежду. Вот, кстати, спросили цену на этот вкусный кофе. Две баночки, 150 миллилитров, да? Сколько? 150 грамм, господи, миллилитров. Нет, 250. 250 грамм. Стоит $27. 100 дирхам, но это дороговато. Конечно, в Турции даже без торга за пару долларов можно купить. Вот. Народ, я себя чувствую в Турции. Ой, вы слушай. Как? Я знаю, что я в Дубае. Наташка... кошелечки наши. Видите, какие-то сумочки красивые. Красивые. Сумочки я такого не видела. Ай. А у нас сколько кошелечки стоят? Мы такие как раз недавно-то и покупали. Тендерхам. 2,7 доллара. А биг? 25. 25 дирхам стоит. Ну, экзотика, да, такой вот. Узор красивый, очень красивый. Красивый. Он такой вот яркий, как будто, я не знаю, как будто... Ну, вот такие, это как классические, зелени. У нас такие да, есть. Это классический, это экзотический такой. Обожаю эти кошелечки. Да. Спасибо, но так дороговато, конечно. Ну, всякие такие фенишки турецкие, тоже можно их найти. И мне сумочки очень нравятся, очень да, красивые слушай, сумочки. Да. Я просто вот сейчас покажу классные сумочки, очень красиво. Мороженое, Наташа. Не-не-не-не, ребят, не-не-не, we know you guys, вы знаете. Они нам мороженое не отдадут, я знаю, они будут с нами играться. Наташа расстроилась, я отобрала мороженое. Это видео, кстати, было. Так, впереди представление, смотрите, как красиво. Ой, тут везде весело. И конфетки, макарони. О, класс. Все, конфетушки, все, класс. Идем. Ай, класс. Вот какое-то представление было, ну ничего. Ладно, успеем еще. О. Ребята уже вроде ушли, нет? Не ушли. Не, не
красота! Вот такие турецкие танцы, народ, представляете? Вообще круто! Можно взять такую тачечку и с собой возить, наверное, это классно. Как неудобно с такой тачечкой, да? Вот прикольно все это. Все, бублик турецкий, 10 дирхам, я счастлива. Да, you wanna play like this? Yes. Давай карточку ему, карточку ему также. Лева, my dear, here. Okay, here. Вок. Why you put 20? You told 10. My god. Вот так вот, хихихаха. Вот так вот. Sorry. Fine. One minute. No. I give from him 1 minute. Ne haber? How are you? Kagdela mı? Vanilla mı? I thought I give you 2, but it's okay. 1 minute. Отдал? Отдал? А что решил? Что у тебя такая? Думаю, что 20? А, ну слушай, ну сработало ж. This is from me, okay? Oh, if you want sugar, there is another corner and there. На здоровье, за здоровье. Tamam. Are you from Turkey or no? Are you from Turkey? Evet, Türkiye. Var. Turkey? No. Where are you from? Ukraine. Which place? Kiev. 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 Capital, Capital. Yes, you know. Молодец. Спасибо. Дякуем. 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 Приятно. Хорошего вечера. И вам. Спасибо. До свидания. Саша, у нас бублики, чай. Заработал. Так что здесь идем? А где ты что-то идем? Молодец. Ну как бублик, вкусный? Ага, да. Мне дали, разрешили откусить. Бублик волшебный. Мне кажется, бублики с кунжутом самые вкусные. Да, идемте дальше. Идем. Что не ведем? Нет, из Турции не уйдем. Делают... Ой, какие-то красивые лепешки. Ням-ням. А тут у нас Олечка продолжает топтать бубличек. Надо ей помочь. Ой, не ушли мы из Турции. Смотрите, какие за 5 дирхам здесь магниты можно купить. Это 1,3 доллара. И закладочки. Смотрите. Не знаете, что везти из Дубая? Привезите такую закладочку. Будет сувенир из Global Village. Продается это в Турции. И здесь еще есть и кошелечки, и магнитики. Такие подносики прикольные. Кстати, мы чего здесь застряли? Такие просто классные за 5 дирхам подставочки под напитки. Наташ, какие ты выбрала? Это тоже за 5 дирхам. Ой, какие классные, вообще потрясные. Обезьяна, кот. Ну, смотри, тут как бы корковая проба. Mm-hmm. Ну, навряд ли корка, но тем не менее. А тут вот немного, я не знаю, будет стоять. Я думаю, что будет. Обезьяна шикарная. Вы обезьяну такую, нет? Обезьяна, черепаха, Стамбул, Дубай. Вообще классные просто подарки. Брелочки за 5 дирхам. То есть в доме Турции мы чувствуем себя как в Турции. А, это мыло такое, да? А ну сейчас я тебе открою. И тоже 5 дирхам стоит, да? О, красиво. 10 дирхам. А, это 5 там, есть. Да. А 5 дирхам кругленькие вот такие стоят. Сейчас я вам приближу. Тоже очень вкусные. Наташа мне их показала, и мы здесь остановились поэтому. Так что вот уже у нас здесь шопинг будет. Смотри, бабочка таких вот симпатичных. Ослик. Ой, слушайте, ну тут просто сейчас надо купить. Кстати, здесь есть такие акции. Вот, допустим, купил 10 и одна бесплатно. А вообще написано, цены фиксированные, поэтому здесь смотрите, можете наслаждаться, никто вас дергать не будет. Крывашки симпатичные. Эти все вот лампочки, которые мы так любим, но которые так сложно довести домой. Наверняка сложно, особенно в ручной кладе. Выбрали с Наташей мне обезьяну, ей вот такого вот симпатичного. Это летучая мышка, летучая, наверное, мышка. Да. Сумасшедшая. Да, please. Thank you. Все? Ну, да, еще, и, да, еще покажу. А, окей. Довольна? Да.
так как видно, что у нас тут... А хотя и... Платьишки по 150. Вообще обалденно. И там вот идем это туда вот. В общем, выходим из Турции, идем дальше. Народ, ну что, как вам турецкий павильон? Сейчас свайпну камеру и посмотрю, что вообще здесь есть вокруг нас. Так, из Турции мы вышли, да? Тадж-Махал, индийский павильон. Дальше Кувейт, я вижу. Давайте ближе подойду. Йемен. Наташ, говори, если что, Иран. Я помню, в Иране было очень вкусно и интересно. Да, что-то мы не туда зашли, ну ладно. Не, нормально, смотри, как красиво здесь. Сейчас, подожди, я... А, тебе рассказывать, что это? Мы видим. Я вроде вижу, так, смотрите, Кувейт. Так, сейчас я его уменьшу, так, чтобы нормально было. Марокко. Еще раз, Йемен, Иран, какой красивый такой фиолетово-светлый домик. Марокко. Саудовская Аравия. Ага, вот это вот Марокко. И вот Саудовская Аравия. А это, наверное, Египет. Вот фиш-маркет. Дальше, наверное, Египет. А вон написано прямо фиш-маркет. Флотинг-маркет, сори. А, это дракон. Ага, вот, в общем, там это дальше же... карусельки. Ой, всякие смотри. Шоу. Ой, дракон. Да, он не дышащий. Класс. А что это такое? Не знаю, ну давай лучше ближе не подходить. На всякий случай. Ой, смотри, зрители какие. Зрители просто интересные здесь. Ух ты! Такая чудесная, необычная елка. Вот, кстати, всех с наступившим Новым годом. Слушай, они, ну, классно, здорово. Мы были давно с тобой, они обновили где-то карту. Да, сильно, ну, короче, они обновили сильно. Вот сейчас как, мы идем, знаешь, чтобы не упасть. Опять новое чувство какого-то детского праздника. Да, да. В общем, приглашаем с вами. Мне нравится. Вот мы перешли уже дорогу, вышли, смотрите, подходим, дальше идут яркие дома. Кувейт, Йемен, Иран. Ярко. Ярко, интересно. О, да, это самое, наверное, для меня, кроме кунафы, вкусное лакомство, сладкое в Эмиратах. Лакьямат называется. Да, это такие шарики. Сейчас я вам покажу просто, как их готовят, что за шарики такие, чтобы просто были вкусы. Но они, ну вот, безумно сладкие. Они еще и поливаются чем-то. Вот такие готовые шарики. Ну, вкусные. Где-то примерно 10 дирхам стоил этот. О, это вы знаете, где мы стоим в Кувейте. Народ, в Кувейт хотите побывать? Ну, давайте я вам просто покажу. Смотрите, вот, опять-таки, в каждой стране свой базар. Шикарная. Есть одежда, есть украшения, есть вкусная еда. Есть добрый секьюрити, который разрешает снимать. Все нормально. Вот. А Наташа пока находится на шариках. Да? Да? Народ, только я сказала, что разрешают снимать, в эту же минуту охранник подошел и запретил мне снимать. Что не, за бред такой? Вообще бредятина. Сколько людей стоит и снимает? Покажу вам сейчас просто. Это что-то или... О, это... Так, черт с ним, короче. Смотри на воде, как красиво. Да. Класс. И вот лодочка такая ехала и приехала уже. Посмотри, подсветка идет по воде, под водой. Ой, мы пойдем потом покажем еду и покушаем. Ну, да. Да, конечно, наверное. Хотели вам показать Кувейт, но в Кувейт мы не пойдем. Значит, может, Йемен или Бахрейн или Иран. Посмотрим сейчас, куда мы зайдем. Да, идем вперед. Конечно, охранник подрастроил. Что за фигня? Все идут, снимают. Ребята, вы что, серьезно? Ой. Сразу блогинг. Папрочки есть. О, да. Красиво, боже. Вот это, а, так она вокруг вот это? Да, я думаю, она для деток обижает круги, и все радуются, как бы. Драконы иногда выпускают пары, вы это показывали уже. То есть вот это люди снимают, это нормально? А вон, подожди, еще павильон Индия. Так, или я что-то не понимаю, подожди. А Тадж-Махал, значит, там был просто Тадж-Махал и арабский аромат. Да. Так, ну сейчас куда-нибудь мы зайдем. Пришло время покушать, и мы решили... присесть в одном из ресторанчиков на воде, кстати, прикольный вообще. Обошли, посмотрели все, решили. Наташа захотела такого кальмара соленого и в перце за 35 дирхам. А я всего выбрала вот такой золотой биф с чесночком. Посмотрим, говорят, очень вкусно. Вот, готовятся пока все наши блюда.
Наташа сидит там и ждет. Вообще интересно, обсуждаем меню здесь, чтобы мы еще могли взять. Криспи тофу, ты говоришь, да? Ну, вообще нормальные цены, 25-35. Прикольно, вот девочка стоит. А rolls only fried? Rolls only fried? Наташа роллы хочет. Only fried. Нету их сейчас в данный момент. Вообще прикольно я сделала. Я хочу свежие, знаешь, как они такие, не фрайт, а не жареные, а такие вкусные. Красиво. И вон Иран, здание Ирана. О, там чаек еще есть, не хочешь? Ну ладно. Интересно готовится моя говядина. Ну прикольно. Класс. Вот это блюдо, это прикольно. Надеюсь, будет вкусно. Сейчас попробуем и вам расскажем. В такой вот принесли уже практически полевой обстановке говядинку. Ну а какой вариант поесть иначе? Очень много людей сидят и все так перекусывают. Ну, нету места, но здорово, мне нравится. Можно там сесть. А вот наше место бы все забронировали. Ну давай, Наташа. А, скажи, что это супер горячая, вкусно. Горячая, подожди. Ой, вкусный такой. Чего? Смеюсь. Сладенькое что-то такое. Ну, должно быть мега вкусно. Ну, скажи. Боже, я так кашляю. Это вкусно. Но не очень мягко, но нормально, жуется. Но это острая, не знаю, ромашка, как ты будешь есть. Ну, не знаю. Может быть, нам надо было все-таки немножко риса взять? Как-нибудь съем. Да? Ну, давай, все. Ну что, ромашка, еле жива? Жива. Надо было рисик взять? Так, надо. А теперь мы едим кого? Кальмарчики. Кальмарчика. Ну это я люблю кальмарчики. Горячий, да? Они с пылу с жару готовят их прямо на этих вот сковородках. Это кальмарчик. Вкус кальмарчика. Легкий вкус, но я такой не люблю. Почему? Расскажи. Ну я рыбу, в принципе, морепродукты я не очень люблю. А я вот кальмары уважаю. Это вкусно. Острое? Не? Ну вот и хорошо, у нас сейчас будет такое. Хорошо, такое мясо вкусное, прожаренное достаточно. Такое немножко подхрустывает, как резиночка такая. Ну да, это резиночка и еще это, наверное, что-то здесь есть, как в обжарке, да? Угу. Ну все, я тоже хочу попробовать. А ну дай мне. Не, я свои. Давай. Держишь? Угу. Только я не могу наколоть. Ой! Нет, не получится. Сейчас я не левша. Сейчас меня Оля будет кормить. Я вам буду из-за кадра рассказывать. Да посмотри, не хочет ко мне идти. Как это выглядит? Действительно. Аппетитно. Класс. Только мы дадим ему остыть. Очень вкусно. Сколько это стоит? Это стоит 35 твое и 40 мое, я уже озвучила то это. Отлично. Ну, нормально, в принципе, 10 долларов все, где-то. Я поняла, все. Выключаемся. Заходим в павильон Ирана, народ. Ого. Вообще какой-то шикарный. Ого. Прям все остановились и все фоткаются. Класс. Ну а дальше парфюмы. Ковры есть. Интересные. Но сам вообще. Сам павильон. Просто захватывает. Класс, да, вообще? Наташ, как тебе? Вот ну, это да! Аккуратно, ребята, зайди. Ух ты, и ковры что, какие! Ковер такой положить? И ковер же, шикарно скажу, положили. Ну вот, такой вот интересный Иран есть. А здесь есть такой самовар, и нас угостили чаем. Самовар на 50 литров. Давай. Я не поверила, что он горячий. Аккуратно сзади, классно. Женщина. Классно. И все еще мне нравятся вот эти вот все... Барельефы сделаны вообще классно. Ну, это как, я не знаю, как будто я, честно, в Египте, в гробницах вот таких. Ну, вот. Это не Египет, это ковры, более самобытное, да. Это, знаешь, какие-то... Это Иран, это не Египет. Это Персия. Иран, это Персия. Да, ты права. Поэтому Заратустра и так далее, и так далее.
Прошли мы немножко Ирана, и снова какое-то, не знаю, волшебство просто. Как они это придумали и сделали? Такого не было. Ну как, взяли из истории, придумали. Ну классно, классно придумали. Это, наверное, самый красивый исторический павильон, да? Я считаю, что да. Вообще просто, что за всякие вот эти вот каждого просто воина сделали. Просто круто. Молодцы, вот, наверное, один из самых интересных, наравне с Турцией и Африкой. Очень понравился. Такая вкусная иранская сладость, она здесь прям делается. Наташа уже попробовала, говорит, очень вкусно, да? Угу. Просто мальчик дал попробовать кусочек. Говорит, сладкое, вкусное. Не знаю, как карамель. На подарок, наверное, классно.